Всех, кто хочет проверить свою компьютерную грамотность, ждет всероссийский цифровой диктант. Организаторы сегодня объявили, он стартует 9 апреля. Уже можно подавать заявки. Приглашают всех, кто старше 7 лет. Ну, а если вы еще сомневаетесь в своих силах подготовиться, можно прямо на сайте акции. Кстати, одна из задач – научить россиян защищаться от цифрового мошенничества. Цифровой диктант – это на сегодняшний день не только акция, не только проверка знаний, но и целая образовательная мультиплатформа. На сайте «Цифровой диктант РФ» есть библиотека материалов по цифровой грамотности, которая называется, раздел называется «Хочу все знать». Там много интересных, полезных статей для любого возраста, для любого уровня знаний. Есть карта цифровых возможностей, где можно подобрать для себя программы, курсы повышения цифровой грамотности и в онлайн, и в офлайн формате.